Всем привет! Я давно увлекаюсь моделированием пушек из разных материалов. Я уже показывал о том, как стреляют пушки из глины, из дерева, ну, из железа, конечно. А теперь я хочу вам рассказать о последней моей модели, которую я изготовил из спичек. Это миниатюрная пушка. Не то чтобы сравнимо с размером спичечного коробка, а гораздо его меньше. Ее ствол сделан из кусочка антенны. Лафет изготовлен из нескольких спичек. Как видите, все сделано по-настоящему. Имитация бревен, медные стяжки, даже металлические колеса. Конечно, сделать такую пушку на токарном станке или путем литья гораздо проще. Я использовал самые простые инструменты. Для изготовления колес я разрубил сапожные гвоздики и оставил их шляпки. Немного обточив, я засверлил небольшие отверстия и вставил их в заранее подготовленные места на лафете. Лафет высотой всего лишь 3 спички в поперечнике. Пушечный ствол крепится на вращающуюся медную ось с помощью тонкой металлической проволоки. Казенная часть изготовлена из части стержня пастового карандаша. Это не просто модель пушки в миниатюре. Эта пушка довольно-таки солидно стреляет. Ее можно зарядить порохом и произвести самый настоящий выстрел. По размеру она легко умещается на ногте большого пальца. И оттуда же она может стрелять. Выстрел из этой пушки я продемонстрирую немного позже.